Серийного отравителя таксистов задержали в Красноярске. Мужчина вызывал автомобили через приложение, а сев машину, предлагал водителям кофе, в который заранее добавлял сильнодействующий препарат. Те, кто пробовал напиток, фактически теряли над собой контроль и не могли оказывать сопротивление. Этим и пользовался злоумышленник. Он забирал у беспомощных таксистов деньги и телефоны. От действий отравителя пострадали 3 человека, а ущерб оценили в 110 тысяч рублей. Сообщается, что один из водителей был в тяжелом состоянии из-за особенностей организма. Сейчас дело передают в суд. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям. Это и разбой, и оставление в опасности, и разбой, повлекший причинение тяжкого вреда здоровью. Сейчас материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Максимальная санкция – 15 лет лишения свободы.